Сегодня мы рассмотрим канал Алекс и его обзоры. И мы увидим цифру 2008 подписчиков. Да, нас 2008 подписчиков. Хочу вас поблагодарить и выразить очень большую благодарность, потому что я набрал хорошее число подписчиков за небольшой промежуток времени и всего лишь за 30 с чем-то видео. Потому что сейчас в наше время трудно раскрутиться на ютубе, так как просто выходит очень много от всяких школьников обзоров и прочих видео, и выбиться просто вверх это очень трудно. И мы рассмотрим мой канал, посмотрим популярные видео, их 3 самых популярных. Первое место заняло Warface убить за 60 секунд, где я проходил со своим подписчиком Грома на уровне профи, и оно набрало 80 352 просмотра. Второе заняло видео Warface Desert Eagle против Colt Python, где я рассказал про 2 самых популярных пистолета в игре, и оно набрало 66 706 просмотров. И третье видео — это Warface Парень Жжет, где я просто не всерьез весело проходил профи, и где оно набрало 50 301 просмотров. Многие там писали в комментариях, что я играть не умею, но я там и не играл, я просто весело проходил. Последнее видео — это гайд по штурмовым винтовкам в Сайга 12S и как выбить Дигл и АК-47. Хочу еще раз поблагодарить вас, спасибо за то, что смотрите, подписываетесь. Я продолжу делать обзоры, теперь только с новым микрофоном. Звук будет лучше и видео будет качественнее. И постараюсь делать намного больше обзоров, чем раньше, так как сессия закончилась, и теперь я могу в свободное время заниматься чем хочу, а именно буду писать обзоры. На этом я закончу. Всех благодарю, с вами был Алекс. Подписывайтесь, кто тут впервые, ставьте лайки и оставляйте пожелания каналу, чтобы что я должен улучшить в своих видео. Всем пока, всем удачи и до скорого!